Всем привет! Опять пытаюсь, то есть сегодня поменял резину на передних колесах. И хотелось бы еще раз проверить схождение колес. То есть развал здесь не делается практически. Хотя там болтами, говорят, как-то можно. Но меня волнует схождение колес передних. И в том видео мне показалось, что немножко сложновато. Тем более посмотрел другие видео в интернете. И вот сейчас вам хочу показать, как я немножко... Ну, примерно то же самое буду делать. Просто... Я считаю, что когда подготовишься, это будет делать легче и более понятно. То есть обе стороны. Там я по одной стороне делал, а здесь я буду сразу обе стороны делать. Готовлю приспособу. Приготовил я 4 вот таких вот досточки от мебели внутри ДСП. Сверху шпон. Вот. И мне нужно разметить ровно центр. Одну я уже разметил. Ширина у них 70 миллиметров. Длина, сейчас скажу. Ну, по длине колеса взял 420 миллиметров. Центр мне нужен для того, чтобы приворачивать вот эти квадратики, которые сейчас вы видели, я пилил. Вот, из 4 дощечек, 1, 2, 3, 4, на 2 у меня будут привернуты вот эти самые квадратики. То есть, один квадратик с прорезью, вот он, видите, прорезь. Придется, наверное, просверлить мелким сверлом или шилом. Так, первую прикрутил квадратик, вот она прорезь напротив центра. Ну и второй квадратик. Да, я его сейчас не прикручу, надо сначала срезать вот эти вот болты. Конечно же, не болты, саморезы спилил. Поворачиваем.
Если вот эти квадратики будут смещены туда-сюда, там, миллиметр-два, ничего страшного. Нам нужна вот эта плоскость, чтобы она была, высота одинаковая, что этого квадратика, что этого, и на этой также. А здесь мы по центру поставим, ну, например, пластмассовую пробку. По высоте больше, чем эти квадратики, на 2,5 мм. Почему? Потому что у меня задняя колея уже передней на 5 мм. Значит, одна сторона уже на 2,5 мм. В итоге, видите, у меня что получилось? На переднее колесо вот эти вот две одинаковые я поставил, как сказать, квадратика высотой 15,5 мм. А на заднее колесо вот такой квадратик, ну, подработал я его. Квадратик был на 20, а сделал я его на 18. То есть 15,5 плюс 2,5 получается как раз высота 18. Это разность колеи. То есть сзади колея на 2,5 мм, с одной стороны уже, то есть с двух сторон на 5 мм. Ну, здесь я поторопился от радости, то есть промерил, у меня все четко стоит. Вот тем способом, который я показывал на видео, на которое я конечную заставку поставлю и ссылку дам, отрегулировал колеса идеально. Вот как выглядит здесь. Видите, натянута веревка. Вот передняя часть, задняя часть. Здесь немножко колесо ушло вовнутрь, здесь наружу, ну, на 1 мм. То есть вы же знаете, что если переднеприводная машина, то колеса должны быть не ровно стоять, а передняя часть немножко раздвигаться. Вот. И вот что сзади. Прикрепил я эту приспособу, вот эту вот, при помощи изоленты. Ну, там в интернете можно, предлагают прикрепить резинками. Потом вот эту веревку, можно вот здесь вот разрезать посередине и тоже вставить резиночку. Ну, чтобы когда руль крутишь, она играла. То есть чем сильнее натянешь, можно и без резинки. Капроновая нитка хорошая, как у меня. Она прекрасно пружинит. Вот еще раз колесо. Вот такие вот дела. Вот. Сам в гараже при помощи четырех дощечек, вот одна, вторая и на той стороне две. Вот эта вот часть я снял, говорю же, поторопился маленько. Ставлю вот сюда, вот так вот. Ставлю, здесь заворачиваю изолентой, можно резинками здесь. Для чего? Можно было, конечно, вот этих вот не делать квадратиков. Ну, тогда резинка, когда будешь цеплять, она будет мешаться. А так все четко. Проверил сначала вертикаль этого колеса. Вертикаль тоже можно проверять при помощи вот этих же брусков. То есть вот он брусок. Ставишь его вертикально. Здесь получается вверху вот этот квадратик, а этот внизу. И отвес вешаешь. И по нитке уже видно, насколько уходит вертикаль. Но у меня, я уже до этого проверял, все нормально. Развал отличный. Так что будем ездить. Всем пока. Делайте регулировку. Ну, кому что непонятно, пишите, объясню. Да, послесловие хотелось бы сказать. Тут у меня один родственник ездил на своей Тойоте на суперсовременный электронную установку. Ну как, там компьютер делает. Развал схождения. Знаете, вот такие типа зеркала вот здесь вот стоят. Короче, сделали ему развал схождения, и у него в итоге стало жрать резину. Поехал он в гараж, к дяде Васе, как некоторые тут пишут. Дядя Вася при помощи веревочек сделал офигенный развал. И подешевле. Вот такие вот дела.